Открывайте седьмую! На выход, шеф! О да, ты настоящий герой! Опознание заключенного 117. Шиф Геликс. Думаешь, расколот меня, легавый? Ха, да я был в самых темных углах вселенной. Ты бы там точно заржавел от ужаса. Я был в вечных ямах Зордума, в железной крепости на Навалисе. Ха! Привет, новичок! Я... Капитан Кварк! Да даже и не верится! Собственной персоной! Я мечтал, чтобы вы меня арестовали! Иди-ка прогуляйся! Зет, я к тебе обращаюсь! Да, капитан! Что ж, новичок, я так понимаю, ты следил за моими подвигами? Еще бы! Вы же самый известный супергерой во всей галактике! Больше уже неизвестный! И слова ранят, одиночка, Билл! Я ваш фанат! Я даже предзаказал новую голую игру про Рэтчета и Кланка! Новую что? Ну, игру, в которой рассказывается про вас и про Ломбокса. А, ты имеешь в виду голофильм? Ну да, он ничего. Правда, сплошь компьютерная графика. Да нет, я говорю про игру! Она сделана по голофильму, вот и письмо с подтверждением! Мне ее доставят прямо в тюрьму! То есть игра на основе фильма, снятого на основе моей биографии? Со мной же никто не консультировался! Ах, я сам виноват. Я слишком долго пробыл вдали от любящих фанатов в этой глуши. И теперь никто не услышит мою версию этой истории. О, я могу вас выслушать, капитан. Правда? Тогда присядь, друг преступник, и внемли моему рассказу. Все началось с незадачливого Ломбокса по имени Рэтчет. Куда это ты намылился? Эй, Грим, ты здесь? Я думал, ты пошел на базар за гравитационными катушками. Ага, но я здесь. Я всегда здесь. Уж не вздумал ли ты случаем пройти отбор в эти, как их, галактические рейнджеры? Мне нужен всего один час. Ну ладно тебе, Грим. Это же галактические рейнджеры. Там будет капитан Кварк. Пока не починим корабль мистера Микрона, никуда не пойдешь. Живо берись за рукоятку! По-твоему, это магнитная подушка? Да... Давай, крутани! Так, посмотрим, работают ли эти новые лампочки. Посмотри наверх, там ничего не мигает? Да, слева все нормально. Просто чудо! Ладно, теперь форсажный... Левый нижний дожигатель в норме. Может, эта штука и правда еще полетает. Чуток правее. Правый нижний дожигатель в норме. Так что, порядок? О, порядок. В новостях говорили, набор проводится на ярмарке. Покажи им, на что способен. И вот Рэтчет поддался тяге к приключениям, надеясь стать галактическим рейнджером. Рэтчет бил противников старым добрым мультиключом. Чтобы взять верх над врагами, Рэтчет воспользовался старинным приемом из арсенала воинов. Прыжком! Рэтчет знал, что ему грозит смертельная опасность.
Если он окажется на краю гибели, нужно будет раздобыть нанобот. Я этой штукой пользовался после одного ограбления. Залечил 3 пулевых отверстия из 5. Томбакс выказал явное неуважение к общественному имуществу. Смотрите, как он лупит по ящикам. Пригодя. Возможно, он просто берег болты, чтобы накопить на новое оружие для защиты галактики. Кто тут главный, ты или я? Закружив врагов, Рэтчет бросился вперед. Его цель — судьба. Приветствую вас, кадеты, на мероприятии по набору новых технических рейнджеров. Идите на полигон, посмотрим, что вы умеете. Ты готов стать галактическим рейнджером? А как насчет я вижу еще одного участника? Привет, новобранец! Я Кора Веролюкс. Пройди эту полосу препятствий. Посмотрим, насколько ты прыток. Впечатляет! Переходи к следующему испытанию. Настоящий рейнджер должен уметь ориентироваться в пространстве. Запрыгивай на платформы. Хорошо. Возможно, ты нам подходишь. Переходи к следующему испытанию. Привет, новобранец! Я Бракс Лектрус, спец применения грубой силы. Покажи, как ты умеешь крушить ящики. Да неплохо у тебя получается. Двигай дальше, переходим к оружию. Давай, возьми в этом автомате энергетическую гранату. Круто! А теперь взрывай! Галактика Солана опасная место, о чем свидетельствует большое число разбросанных по планетам ящиков с боеприпасами. Чтобы добавить остроты, мы вооружили этих дурачков гаджетроновскими огнемятами. Наши юристы не возражают. О, голокарточка! Клёво! Отлично, новобранец! Пожалуй, ты годишься в рейнджеры. Осталось последнее испытание. Давай, Рэтчет, ты справишься. Настал час финального испытания. Отбейся от безжалостных противников, и ты станешь нашим новым рейнджером. Один годок. Какие-то злые жабы. Неплохо. Может, перед нами следующий галактический рейнджер Соланы? Еще один готов. Молодец, кадет. Загляни потом ко мне. А неплохо вышло. Несчастный знал, что его может выручить только лишь система вентиляции. Если бы он смог добежать до шахты, у него появился бы шанс спастись. Ты найдешь этого дезертира, Линтер. Ты всегда был молодцом. Хилый перебежчик знал, что залог выживания — швырять бомбы во все препятствия на своем пути.
юный перебежчик заметил пружинного бота и понял, с таким ценным устройством он сможет победить опаснейшую из сил природы — гравитацию. Бедолага должен был швырнуть пружинного бота. Но куда и как? Вот ты где! Ну и ну. Хватит бегать, бестолочь ты железная! Вернись сюда и давай поговорим, как робот с роботом. О нет, вода! Вдруг перебежчик заметил энергобота. Это устройство могло обеспечить питанием другие машины, но куда его бросить? У тебя это самое, талант драму нагнетать. Спасибо, Шиф. Я и сам горжусь своим талантом рассказчика. В чем же проблема, Дихтер? Я его не упущу, председатель. Сейчас он у меня отступил. Надеешься убежать от меня? Опять этот дикарь. А ну вернись, жалкий предатель! Попробуй-ка убежать от этого! Я разорву тебя на части! Шестерню за шестерней! Вода! В голове у Рэйчета роился миллион мыслей. Сможет ли он починить крошку робота? Станет ли это началом большого приключения? Правда ли он забыл выключить протонный двигатель? Ответ на все эти вопросы был «да». Ладно, держись. Попробуем добраться до гаража. Большие пропасти Рэтчета не пугали. Пересечь их было просто. Нужна была лишь петля и чуток отваги. К счастью для нашего пушистого героя, в удачно подвернувшемся ящике Рэтчет нашел воспламенитель. Круто! Воспламенитель! Может выстрелить? Ты неплохо стреляешь. Здорово. Рассредоточиться! Приди его, гоним от лимонки! О, Бларги! Что они здесь делают? У меня есть сведения, представляющие угрозу для председателя Дрэка. Должно быть, он узнал, что я на этой планете и явился, чтобы их забрать. Грим, слушай внимательно. Запри двери гаража и спускайся в убежище. Я вернусь, как только смогу. Понял тебя, Рэтчет. Рэтчету было плохо. Раненый, сбитый с толку, одинокий лобок сбрел по плато Кизаль в поисках нанобота. Вроде со всеми
разобрались. Ларгов? Верно. Если совсем точно, модель X6Z. Она же корабль смерти. Супер. Есть. Отлично, Рэтчет. Только мы должны искать какого-то изменника. Да. О нет, в гараже Грима Бларги. Грим, ты жив? Со мной все в порядке, но я не откроюсь, пока они тут. Держись, Грим, я разберусь. За председателя Дрэка! Сюда летит десантный корабль. Роботы! Я внизу в убежище. Рэтчет, тут настоящая помойка. Повсюду оружейные детали и запчасти от двигателей. Ты же обещал еще на той неделе тут прибраться. Да, извини. Вышла задержка с одним проектом. Квантовые двигатели для чайников. Бросай куда угодно, я запомнил. А это что? Веселые проказы с сингулярностями и другими катаклизмами? Скорее, это в образовательных целях. Тяга к знаниям — это прекрасно. Да я на самом деле просто смотрю на картинки, а потом импровизирую. Порядок, Грим. Все чисто. Откроешь нам? Рэтчет, раздели меня зоне, что это рвануло? Извини, Грим. Слушай, готовь инструменты. Я нашел в пустыне кое-что, что нужно починить. Любопытно. Что же это за фабрика? Это? Это просто гараж. Я здесь живу с самого детства. Пойдем, надо тебя залатать. Ну что, поврежден, но я видал и похуже. Идем, может, кто-нибудь в городе сможет нам помочь. Стоп, это Раритан? Может, сначала обновим оружие? Давай купим у торговца что-нибудь полезное. Здесь ты подбираешь себе оружие. Давай покажу тебе. Для этого вообще-то нужен раритан. Но на сей раз тебе надо просто выбрать одну из клеток. Эти вещи следуют одна за одной. Ладно. Эй, ты окружил таинственно. Вот и все. Попробуй на чем-то из... Чересчур силен! Задержав их, наш бесстрашный ломбак нырнул в самую глубины. Thank you.
за тварь? Амибоиды. Согласно моей базе данных, их создали в Dragon Industries для поддержки боевых роботов. Еще пруд, готовимся! Они все лезут! У тебя талант все ломать. И Грим мне то же самое говорил. Наверное, выход. Ого! Многовато плохишей. Внимание, всех граждан! Как вы могли заметить, у нас тут произошло небольшое вторжение. Мы предлагаем все силы, чтобы связаться с властью и обсудить мирное решение этой проблемы. Но пока они не ответят на наш звонок, лучше не покидайте свои жилища. Вот класс. Патронов нет. Мы оставили вам несколько сообщений касательно вашего вторжения в наш сектор. Вряд ли нарочно нас интересует, так что повторюсь, если вы давно не проверяли автоматически, сейчас самое время. Эй, это же статуя Коры Веролюкс. Она самый молодой галактический рейнджер. Thank you.
сложившуюся ситуацию. Я подумал, это... Рэтчет не старался, дышать под водой он не мог. Сколько же их? Это же корабль мэра. Сообщение для галактических рейнджеров. Нам нужна помощь, говорит Эгнок Баквош, мэр Торбрукского кратера на Навалисе. Без нашей помощи мэр Баквош долго не продержится. Спасибо. Я думал, нам уже конец. Мы будем рады вам помочь. Почему Дрэк пытается вас убить? Это мой племянник, Скит Макмаркс. Погодите-ка, Скит Макмаркс, скейтбордист-профи. Он прислал мне с Ориди этого инфобота, и с тех пор за мной гоняются бларги. Вот, взгляните. Привет, дядя Бак!
Эквеш, это Скит МакМаркс. Мы с моим агентом сейчас присутствуем на грандиозном открытии магазина спорттоваров МакМаркса на Риде. Это просто потрясно. Тут столько клёвого народу. Фанаты, знаменитости, мои спонсоры из Гаджетрона. Я даже дал несколько автографов этим странноватым существам, Вларгам. Видимо, у них тут на Риде дело какое-то. Стоп, минуточку. Влагосборщик. Супер незаконный аппарат по перекачке воды. По-моему, это не предназначалось для моих глаз. Одержите его, у него чертежи. Да помощь! Позвоните моему агенту или моему пиарщику. Хотя нет, это бесполезно. Позвоните тому, кому я не безразличен. Я не хочу умирать. Скид МакМаркс в беде. Нужно лететь на Оридию. Согласен, но сначала нужно починить корабль. Так, ладно, посмотрим, не поможет ли нам кто. Граждане, внимание! Ваш мэр цел и невредим. Меня спас один мохнатый герой и его друг-робот. Моя приемная работает как обычно, то есть каждый третий вторник с 10 до 10.30. Рэтчет прыгнул. И еще раз. И еще. Слушайте, а сколько можно патронов нет. Ужасные Вларги заглушили сигнал. Кто теперь нас спасет? О, привет, рад вас видеть, я тут. Эй, а мы раньше не встречались? Что-то у меня дежавю. Маловероятно.
Видать, в черепушке моей винтик соскочил. Я пытаюсь послать сигнал бедствия галактическим рейнджерам с тех пор, как сюда заявились войска Дрека. Весь регион заполонили десантные корабли Бларгов. Вам надо выбираться отсюда. Не могу. Сначала я должен доставить этого инфобота капитану Кварку. Мы как раз направлялись к нему, когда наш корабль сбили. Давайте мы этим займемся. Идет! Я умыкнул его у одного из Бларгов. О, здравствуйте! Я Алонсо Дрек, председатель Дрек Индустрис. Многие из вас задаются вопросом, почему к военному звездолету класса Г маршируют тысячи тяжело вооруженных роботов? Ответ прост, друзья. Прогресс! Очень давно нам пришлось уйти под землю, спасаясь от экологической катастрофы, в которой наверняка повинна компания моего отца. С тех пор мы переключились с постройки роботов на создание планет. Теперь наш проект близок к завершению, и мы должны приложить все силы, чтобы уложиться в график. Это значит, наша дружественная армия боевых роботов должна сокрушить тех, кто хочет нам помешать. Хорошая новость. Они ничего не знают. Так что откиньтесь, расслабьтесь и порадуйтесь мысли, что Дрек Индастрис работает на вас. Дрек Индастрис на вас не работает. Вижу у вас трудности с транспортировкой. Давайте я вас встречу у корабля, все наладим и подготовимся к отлету. Он что, сиганул в канализацию? Хм, похоже, это самый быстрый путь. Давай попробуем. О, как круто! Давай еще разок. Так, посмотрим, что у нас тут. Итак, Рэтчет и Кланк отправились ремонтировать свой корабль при поддержке Плюмбера. Они не знали, что скоро окажутся так близки к величию, что будет слышно, как скрипит кожа на его могучих бицепсах. Но сперва им предстояла схватка с тираннозавром зомби. Эй, минуточку. Я не припоминаю никаких тираннозавров зомби. Ладно, ладно, Кайфалон. Ну, вроде бы все починили. Обещайте мне, что доставите инфобота капитану Кварку. Обещаю. Спасибо за помощь. Ерунда. Увидимся в следующем ремейке. Рэтчет и Кланк были рады узнать, что на их отремонтированном корабле появился улучшенный компьютер для навигации в подпространстве. Скорее на Керван, предупредим рейнджеров.